Люди умирали за очередь на хлеб ежесуточно в городе Кулябе по 3-4 человека. И ждали. Ежедневно ждали. Молили Богу, молились, чтобы не портился погода. И ежесуточно из Термеза именно помощью многоуважаемый Слава Доганевича и народ Узбекистана было ежесуточно отправлено в Куляб 17-ми вертолетами мука. Вот дети считали, когда летели вертолеты, считали, если сегодня приземлится 17 вертолетов, то значит хлебзавод работает. То что они не умрут с голода.